Всем привет, 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 дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. У сыночки новая, совсем новая интерьерная обновка в этот домичек. Дорогие зрители, кто смотрел этот канал, знает, что я помаленьку начал выбирать что-то для интерьера. Догадайтесь сами, что находится в этом ящике. Ящик достаточно тяжеленький, упакованный лентами. О, ну, нужная необходимая вещь. Догадались, что там? Не, не догадаетесь. Ну что тогда, начну распаковывать канцелярский нож. Кстати, можно красиво распаковать. Может еще и пригодится пленка. У хорошего хозяина и снег пригодится. Шучу, конечно. Так, надо поровнее поставить. Вот так, наверное, поставлю, чтобы мне там ходить. Всегда интересно, что находится. Так, пойдемте. Видите, у нас фитнес-гимнастика. Надеюсь, ни у кого не закружилась голова. А? Можно, конечно, другим путем пойти. Чик-чик и все. Но пригодится, пригодится. Конечно. Пригодится. Так, куда? Влево, вправо. Во. Во. А вам, надеюсь, все интереснее, что находится в этом ящике. Как говорит из известной программы «Кто я?» Кое-кто с усиками. Что находится в этом ящике? А может, здесь большой торт? А может, здесь еще один музыкальный большой центр, который любят все вокруг и соседи тоже? А может, здесь холодильник? А может, электроплита? А может, телевизор? Так, у меня закружилась голова. Ну ладно. Посмотрим, что здесь у нас. Все-таки посмотрим. Сколько ленты, да, много? Тумба. Умывальник. Газонокосилка. Ой, все, меня качает. Так, ленты нам хватит. Теперь берем, как умный человек, канцелярский нож. И отсюда с края аккуратненько надрезаем. Надрезаем, а нож нифига не режет. Не режет. Вроде канцелярский. Давай ничего не врежет. Ну-ка. Надо осторожно, здесь может что-то быть хрупкое. Что-то очень хрупкое. Что-то очень хрупкое. И тяжелое. Тяжелая. Ура! Мы ее с вами почти распаковали. Нет, надо еще с тех сторон разрезать. Ну-ка, главное не порезаться. Осторожненько. Так, во. И здесь тоже. Что ж находится в этом ящике? Что необходимое у нас
тяжелой студии. Все, поехали. Ох ты, что тут у нас? Это пока в сторону. Это у нас мебель. Во. Это у нас мебель. Так, это все сдержаем. Так. Дальше. Дальше. Что это у нас держит что-то? А, понял я. Это выдвижное. Выдвижное. Тихо. Сил нету разрывать. Это у нас. О, части. Части чего? Так. Это у нас. Сейчас я это уберу. Это у нас. Опа! Тумба. Тумба-юмба с крепежами. Это, я так понимаю, кресло или кровать. Может, даже кресло-кровать. Или раскладушка. Так, а вот это куда вставляется? Оно вставляется вот сюда, по-моему. Просто берут и вставляются. Да. Сейчас посмотрим, что это. Так, во. Раз. А. Все, сейчас. Она просто вставляется, что ли? Сейчас разберусь. Так вот делается. Да. И вставляется. О. О! Вот так вот. Так. А, вот она выдвигается. Все, понял. Здесь еще части есть у нас. Здесь ящик, подушка. Вот такая подушка. Сейчас я ее на стол. Это у нас, я так понял, задвигается. А, вот. Ну-ка, что там? Так, не попал в одну. Надо нам попасть. Угу. Во! Это получается как кресло-кровать.
кресло-кровать. Обычно можно и сидеть, можно и лежать. Просто кресло-кровать. Так, ну-ка. Ой, хорошо по жесткости и широко. Сыночка лежит. Так, смотрите, оно получается как кресло-кровать, а может быть креслом. То есть, если ты устал и хочешь отдохнуть, и не можешь сидеть на кресле, делаешь кровать. Ты должен лечь. Так, а как она назад ставится? Сейчас подушку. Сейчас посмотрю. Ящик для белья здесь есть, кстати. Да. Так, а как ты собираешься? А собирается, наверное, она очень просто. Очень просто. Берешь вот эту штуку, сюда подбиваешь, сюда пододвигаешь. Так, по ноге. Видно всем ящик для белья, что здесь есть. Так, а до конца пододвигается? Сейчас посмотрим. Вот так вот до конца пододвигается. И вот так вот опускается. И подушка ставится. И подушка у нас ставится. Красота! Красиво! Мне нравится. В принципе, все удобно смотреть. Тут еще свои раз наичистейшие ноги. Но я вам хочу, дорогие зрители, сказать, что это еще не все. Вот эта мебель достаточно тяжелая. Мы заносили вдвоем, хотя я потом мог один, но унести. Веревкой перевязал, но с водителем мы занесли сюда до домичка вдвоем. Там один мог унести, туча ходила. Не все пришло. То есть, еще таких же два я буду ждать. Еще таких же два кресла. Кресло-кровать. Марку я не говорю, никаких не производителей, потому что это не реклама, ничего. Это все куплено на деньги с пенсии отложенных родителей. Но мебель качественна. Подойдем вблизи, посмотрим. И будем с вами прощаться. Надо здесь все это убирать. Ну, смотрится, да? Смотрится, дорогие зрители. Дорогие зрители, смотрится. Ну-ка. И швы, и все. Подушка, кстати, на это, на замочком. Это потом стирать. Можно хоть так, хоть сяк, хоть наперекосяк. Так, замочек вниз, по идее. Нормально? Нормально. Посмотрим вблизи, внизу. Да, самое главное еще, что для хранения различных вещей есть отделение. И все. Сейчас мы сразу, я попробую вам туда пододвинуть, поставить, как будет в интерьере у нас смотреться. Ну и потом я все равно буду двигать все это. Делать пока вот так, пока вот так, пока вот так. Что-то раскладывать, что-то нет. Можно в тот угол, в другой угол, но надо будет положить так. А если к окну, если к окну, давайте посмотрим. Вдоль окна.
Так, я вот думаю, углом поставить или как? Буду. Ладно, буду думать тогда, что да как расставлять. Смотреть, плясать от этого. Если будут какие-то идеи, оставляйте это все в комментариях. Смотрите, еще вот так можно. Это, например, ложиться. Если несколько кресел ставим в ряд, например, ложиться можно. Да? Главное было бы на чем сидеть, что вот есть. Вот такая, в принципе, распаковка, дорогие зрители. Я думаю, так, посмотрим занавески, как они выглядят, сочетаются или нет. Пока здесь все лежит. О! Идеально. Идеально. Хорошо. Ну что тогда? Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Постепенно набираю, собираю, обустраиваю домичек. Всем пока-пока, мира, добра. Всем пока-пока.